Есть замечательная программа SUSOSOL, я не иронизирую, это замечательная программа, лучше есть, что, ну, вообще лучшее то, что есть. Что она делает? Вот вы, все, вы в социальных сетях, вы, блядь, все делаете руками. А она, то, что вы делаете руками, она все делает автоматом. Вы можете гулять с собакой, целоваться с любимым человеком, пить любимые напитки, она за вас все будет делать, то, что вы делаете руками. Итак, какие вопросы у меня по ней есть и что нужно сделать? Какие вопросы по ней есть и что нужно сделать? Значит, первый вопрос. Мы заходим с вами в settings, настройки. Заходим в settings, настройки и видим здесь. Значит, OpenAI. Нужно узнать, можно ли работать на GPT-4. Вот, надо, можно ли работать. Ну, то есть, вот смотрите, как это работает. Самое главное вообще, забегая наперед, этот сайт. На этом сайте есть объяснение всего. То есть, это мануал, по этой программе. Это официальный сайт этой программы, там есть мануал, и там все объясняется, как это все делать. Ну, вообще, здесь все есть. Здесь любой вопрос пишешь, он тебе все объясняет, как, что делать. Поехали дальше. Так, что у нас здесь есть? Так, мы же зашли здесь в интересные настроечки. В этих интересных настроечках можно и нужно взять и зайти на две капчи. Я вам деньги дам. Вообще, извините, знаете, вот вы думаете, зачем это все мне надо? Во-первых, денег заработать. Во-вторых, самое главное, эта программа SUSOSOL делает все автоматически, то, что вы делаете руками в социальных сетях. То есть вы гуляете с собакой и целуетесь с любимым человеком, вы пьете любимые напитки, и это... Это непосредственно... Программа все делает за вас. То есть она уникальная. То есть она вообще все делает за вас. То есть все, что вы делаете в социальных сетях, она все делает за вас. Это уникальная вообще история, если честно. Вот. Поэтому, как бы, тут она вам нужна очень-очень, я вам так скажу. Так, итак, что нужно сделать еще? Еще нужно зайти на вот этот сайт Use to Captcha. To Captcha Settings. Деньги я вам на этом дам. Поставить и чтобы он разгадывал это все. Потом нужно непосредственно на сайт BitL, это сокращение юрлов, ну вы знаете, тоже сюда ставить кей, чтобы было. Ну и протестировать, соответственно. То есть это чтобы не прямые ссылочки вставлять, а чтобы были непосредственно у нас... чтобы были у нас непосредственно наши ссылки короткие, да, как бы, и чтобы можно было бы их подставлять, а не банились длинные ссылки. Потом обязательно включить вот, ну, где лучше посмотрите, ну, допустим, онлайн сим, да, как бы, вот тоже APK поставить, там страны выбрать, как бы, то есть чтобы он автоматически регистрировал, телефон подтверждал. Вот. Что значит еще здесь есть? Что нужно еще сделать? Ну и вот. Компьютер находится в Российской Федерации и работает через... VPN. Все мы знаем то, что OpenAI, чат GPT запретил пользоваться россиянам ихними продуктами, поэтому приходится работать через VPN. Из-за этого, кто сюда подключается, иногда тормозит, как бы, подключение, ну, по удаленке, да.
Поэтому нужно выяснить у разработчиков, можно ли работать, ну, только прокси использовать не для всего компьютера, как я сейчас использую, а только для OpenVPN. И можно ли работать на GPT-4. Вот. Ага. Так, дальше поехали. Дальше у нас очень интересная в компаниях есть вещь. Вот заходим в детали. И вот очень интересная вещь. Вот просто кайфую от нее. Видео. Вот он, сколько я раз пытался видео создавать, он мне видео не создавал. Как эти видео создавать? Вот просто изумительно, непонятно мне. Другой вопрос. Ну, спросить поддержки, как все-таки видео создавать. Может быть, на GPT-4 перейти. Вот это откуда? Вот, принт-тест, да? То есть можно собирать видео. Тоже нужно собирать. Мне больше видео интересует. Вот принт-тесте, как сделать. Ладно, все, дальше поехали. Вот это вот социальный обмен, да? Вот на YouTube сколько пытался я. Раз, раз, раз. Дальше, с чем нужно разобраться с прокси-менеджером. Очень интересная штука, чтобы на каждый аккаунт любой соцсети, ну, на каждые три аккаунта была по прокси. То есть прокси должны. Вот это очень важный вопрос, потому что прокси должны быть хорошими, чтобы не слетали, чтобы жили долго прокси. И на каждую прокси нужно по три аккаунта. На каждую прокси нужно по три аккаунта.